Так, плохо дело. Надо действовать теперь порасторопнее немножко. Судя по всему, мы ограничены во времени. Отлично, сейфик. Но заперт. Так, вот она, эта дверь, про которую они говорили. Блин, а это что было? Кто тут еще, кроме нас, есть? Кто умеет двери закрывать? Ну, навряд ли, мутанты. Так, смотрим. Ну да, нам туда каким-то образом надо попасть. А, вон, смотрите, есть проем. Придется по этому этажу пробежать. Так. Опасные, наверное, штуки. Ладно, попробуем. Бегом. Эх, задело все-таки. Ну-ка, свернем ее. Тоже надо не забывать про то, что мутанты до сих пор представляют опасность. Как это ни странно. Поменяем масочку. А вот, смотрите, и ключик. Отлично. То, что мне и надо было. Как-то бежать обратно не хочется. Попробуем вот здесь сейчас спуститься. Слава богу, не разбился. И ничего себе не сломал. Плюс 16 армейских патронов. Ладно, поторопимся. Все-таки попросили меня порезче как-то действовать здесь. Аккуратненько. Ну вот. Отлично. Так, тут та же самая ситуация, я так понимаю. Да, снова висят эти хоботы гребаные. Так, ускоряемся. Ах ты ж, блин, как ты меня напугал. Как же он неожиданно выскочил. Блин, да кто ж там был, а? Ну, нечто очень большое. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Да, хорошо шутят ребята. На обратном пути заберут. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Артём, иди-ка глянь. Противогазе ты об этом не узнаешь. Отличная шутка. Но можно без противогаза узнать. Да нет, вроде никто не обделался. Да, конечно, мощью обладает колоссальной вот этот демон. Будет сделано. Так, нейроны и синапсы. Спинномозговая. Ух ты! А и Б. Стругацкие. Пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Так, что-то сказали про лево. Про кабинеты слева. Запасной выход. Здесь заперто. Офигеть! Блин, тут кто-то был. И эта тварь, как вы, может быть, заметили, достаточно таких внушительных размеров.
Так, аккуратненько пробираемся. Сгорай, сгорай. Какой-то недружелюбный звук. Ладно, быстренько патроны собираем и кучкуемся. Потому что сейчас можно ожидать всего, что угодно. Да это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь! Артём, слушай внимательно. Библиотекари — одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной — тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Данила, сзади! Данила! Так, 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 тормози. Тормози, не смей никого трогать, тварь. Его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Ладно, все понял. Придется снова идти одному. Но Артему не привыкать. Так, заберем патроны, меняем фильтр и... Пока тут более-менее спокойно, надо зарядить фонарь. Вот сюда этот библиотекарь побежал. И нам, оказывается, за ним надо идти. Чего мне меньше всего хотелось бы. Тут он сидел. Видимо, его Костя обгладывал. Что ж, пошли. Пошли дальше. Так, только аккуратно, потому что тут снова этот грёбаный хобот. Все? Так, и неужели он за этой дверью стоит? Потому что... Шаги было так отчетливо слышно. Ха, смотрите! Вроде никого нет. Ладно, расслабились немножко. Ну, пошли за ним. Ну и вот. Сюда вниз. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова.
Ай-яй-яй, вон он где. Так, ну чем его можно подорвать? Лови. Опс. Так, по-моему, я его разозлил. Лови. Ах ты, смылся, тварь. Но мне кажется, это будет неравный бой. Но вроде положили. Но далеко не факт, что он был здесь единственный, правильно? Потому что тут этих библиотекарей может быть очень много. Но меня очень сильно запугали, когда рассказали про него, что не смей стрелять. Надо было рискнуть. Ну, в общем, не такие уж они и неуязвимые, эти библиотекари. Так, что это было? Это был демон или это был новый библиотекарь? Скорее всего, демон, потому что после этого страшного звука последовали отчетливо слышные взмахи крыльями. Но надо признать, что на него пришлось так изрядно потратиться. Так, пока я тут бегал, мог чего-нибудь пропустить. Ладно, пойдем дальше. Офигеть. Блин, стрёмная фигня. Так, струбика давайте заберем. Все, что можно забрать. Да где ж ты есть? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А, вон он. Вон он наверху. Надо прятаться. Так, что здесь я видел? Что-то здесь было. Не оставили. В общем, надо быть готовым к тому, что придется нам здесь увидеть наверняка горы трупов. Вон, вон он, вон он. Ах ты, тварь. Какой же ты стрёмный. Да ты спокойно. Не нервничай. Все, меня научили, что лучше с тобой не спорить. Давай я на тебя посвечу немножко, чтобы мне четко видеть тебя во всей красе, скажем так. Так, может быть, ты уйдешь? Все, да. No problem, да? Блин. Но такая неплохая плеуха была. Блин, братская могила. Но одного завалили. И я одного завалил. Теперь-то понятно, кто двери там закрывал. Но что самое интересное, видите, мозгов-то хватает двери закрывать. А это значит, что этих тварей не стоит недооценивать. Так, еще одна граната интересная. Вот, смотрите, заметочка.
Знание – сила. Замыленный лозунг. Перед войной, наверное, никто уже даже и не задумывался о том, что он значит. Знания были доступны всем. Отчим рассказывал, что карманный телефон мог ответить на любой твой вопрос в любую минуту. Так что никто не стремился уже учиться, выискивать, запоминать информацию. И вот в одну минуту вся накопленная информация пропала, исчезла. Отключились телефоны, сдохли батареи. И те, кто не хотел хранить знания в своей голове, остались с пустыми головами. А знания снова стали силой, снова стали ценным товаром и слишком дорогим. Тут в Великой Библиотеке, наверное, собрано больше сведений о Земле и о людях, чем где-либо еще. Но именно тут за каждую прочтенную букву приходится платить каплей своей крови. Так, пойдем дальше. Тут, мне кажется, лучше погасить фонарь, потому что они на него очень хорошо реагируют. Блин, ну тварь, стрёмная же. Так, где тебя ждать? Прям, знаете, когда читаешь эти заметки, прям передышка нереальная. Так, посмотрим. А, нам вообще в другую сторону надо переть. Тихо. Ой. Боже мой, мне кажется, я своего рода чекпоинт прошел. Вы видите, надо идти дальше. Спасибо. Немножко досталось. Напряженный был момент, не без этого. Так, меня, похоже, заметили, да? Так, еще раз проверю, да, тут я уже все забрал, все, что можно было забрать. Так, вон он, наверх побежал. Блин, еще эти скрипы. Так. Стой, 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 стой. 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 Прости. Я отвлекся. Я забыл, что тебе нужно смотреть именно в глаза. Знаете, в конце он так смешно разводит своими лапами, как будто говорит: ну ладно, no problem, я пошел.
меня тут есть другие дела, помимо тебя. Хотя какие тут дела, кроме меня, могут быть? Ведь наверняка он хочет меня скушать. Ах ты ж, блин. Ну ладно, не будем его злить. Хотел я было пострелять. Более у меня, судя по всему, позиция выгодная. В эту дыру он навряд ли сможет пролезть, иначе бы уже давно пролез и меня наказал. Ой, 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 ой. Так, тихо, 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 ребята. Как-то мне не хочется с вами связываться. Что-то пошло не так. Что-то пошло совсем не так. Так, может быть, фонарь лучше включить. Так, упс. Мою душу. Ну да, судя по всему. Так, да я убежал, убежал, убежал. Блин, да успокойся ты! Еще минус один библиотекарь. Так, идет, 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 идет. Но мы не будем нервничать. Да все, тормози, чувак. Тормози, я тебе сказал. Блин, тормознул быстро. Же они жуткие и сильные при этом. Так, вот трупик, отлично, значит, с него что-то можно взять. И да, маточку тоже обязательно заменим. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Так, это еще не все. Кошмар на улице Вязов продолжается. Здесь, в этих гребаных архивах. Что они там пищу делят, что ли? Так, тихонечко. Вот еще бы узнать, есть ли у трупа что-нибудь ценное для меня. Стоит ли вообще ввязываться в это дело. Так, заберу. А вон, смотрите, заметка мигает на полке. Не буду я, наверное, его беспокоить. Кто они, библиотекари?
мы придумали для этих тварей забавное прозвище, потому что не названы они были слишком кошмарно. Одно точно, это не звери. Понятия не имею, из какой глины их слепила радиация, но библиотекари чересчур умны для обычных мутировавших животных. Я вижу в их глазах проблески разума. А что видят в наших глазах они, мы не знаем. Но если не бежать, не драться, а просто смотреть этим чудовищем в глаза, между тобой и ними происходит что-то. И они оставляют тебе жизнь. Хотя и могут раздавить опытного и хорошо вооруженного бойца, как клопа. Может быть, потому что, глядя в глаза людям, они вспоминают через силу, как и сами когда-то были людьми. Вроде не отвлекается. Ух ты ж, блин! Повезло, что тут водичка. Хоть и зелененькая. Да еще и электричество. Так, что я здесь пропустил? Ничего, похоже. Да вижу, вижу, вижу тебя. Ну что, ко мне запрыгнешь? Но они тоже, видите, гораздо гонять этих мутантов. Но лучше их не беспокоить. Так, куда он там пошел? Не, ну у меня есть идея, конечно. Рвануть через низ и вот туда. Но это очень стрёмная идея. Так, по мою душу. А, так. Вроде нормально все. Тут-то явно у него нет шансов меня достать каким-либо образом. Но он там суетится. Бегает что-то. И все стихло. Нет. Он снова здесь. Есть еще патрончики. Ну да, тут на вентиляции мне совсем не страшно. Так, рискнуть. Что у нас там наверху будет? Что-то носится там внизу, как в одно место ужаленный. Так, туда не пролезть. И что же это было? Там что, снизу, что ли, бил? И теперь похоже, что он здесь где-то. Ну, давайте смотреть. Тут у нас ПНВ. Так, есть один.
Поэтому лучше, скорее всего, будет, если мы фонарь здесь не будем использовать. Ввиду того, что надо пройти это место очень осторожно. Так, еще давайте ПНВ разочек одену, чтобы посмотреть. Так, секундочку. Еще один. Очень надо тихо перемещаться. Спят усталые игрушки. Библиотекари спят. А нам не стать бы его добычей. Так, подождите, это кто-то сидит, что ли? А, нет, это скелет. Заберем. И снова приходится обновлять масочку. Блин, ну здорово, похоже, я до лестницы добрался, отлично. Я уверен, что меня никто атаковать не будет. Потому что место на лестнице им, пожалуй, недоступно. Отлично. Никого не разбудил, никого не потревожил. Но, блин, стремновато. От этого, конечно, никуда не денешься. Вон еще один спит. Так, надо смотреть, куда. Куда идем? Не вижу никакого прохода пока. Так, это не вовремя. Все, кажись, прошел еще одну зону со спящими библиотекарями. Так, тут куда? Вообще влево показывают. Но я же не могу пройти мимо вот этого помещения. Надо все обыскать. Ключика у меня нет. Увы. Так, и вот еще помещенница. Заперто? Ну, конечно же. Конечно, заперто. Вот тут ключи могут быть. Ключи, ключи. Но от сейфа ключа я не вижу. Да, тут от сейфа нет ключа. Как-то раз, я помню, ключ похожим образом я находил.
Я нашел планы Д6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции.